Меня зовут Сергей, я приветствую вас на канале Gear & Company. Сегодня я хочу сказать пару слов о, собственно, классе луков Modern Longbow. Откуда они пришли и что они собой представляют. Луки Modern Longbow впервые появились в Соединенных Штатах примерно в 40-е годы. Был тогда такой большой энтузиаст луков, большой стрелок и знаменитый охотник Говард Хилл. И он, собственно, первый предложил делать луки с ортопедической удобной рукояткой, которая обеспечивает высокую точность стрельбы, а в ней также есть еще прицельное окно. Кроме того, сами плечи лука сделаны плоскими и тонкими для быстрой стрельбы, а длина плеч обеспечивает мягкий, комфортный вытяг и высокую точность. Таким образом, на свет появился знаменитый лук Говарда Хилла. Это второе название луков Modern Longbow. Один из наших наиболее популярных луков – лук линейки Mark, в данном случае со специальной кастомной рукоятью, которая набрана из многих слоев тонкого прессованного шпона. Такая рукоять имеет максимальную жесткость, имеет красивый вид и, кроме того, вот, обеспечивает удобное удержание лука и высокую точность при стрельбе.